Как сказать нет? Как выразить отрицание? Нет, отрицание. Не плюс слово отрицание. Это Иван? Нет, это не Иван. Это Антон. Антон твой друг? Нет, он не мой друг. Кто твой друг? Мой друг Иван. Слово отрицание нет. Это брат? Нет, это друг. Это студент? Нет, это ученик. Это твой друг? Нет, это не мой друг. Это твой дом? Нет, это не мой дом. Мама там? Нет, она тут. Это окно? Нет, это не окно. Он врач? Нет, он не врач. Внимание! Странное выражение «да нет». «Да нет» – это «да» или «нет»? «Да» – утверждение. «Это твой дом?» «Да, это мой дом». «Нет» – отрицание. «Это твой дом?» «Нет». Это дом моего друга. Нет, это нет. Да нет, это нет. Это твоя книга? Нет, не моя. Это твоя книга? Да нет. Не моя. Слушайте, повторяйте, читайте. Это учебник? Нет, это не учебник. Это словарь. Это твой словарь? Да нет, это не мой словарь. Чей это словарь? Это словарь моего брата. Как зовут твоего брата? Моего брата зовут Антон.